Меня Бьерн задушит, если он просрет ФК из-за меня. Ну, типа, вряд ли мы его так бы забрали. Мне кажется, по ДПС мы не топовая гильдия. Значит, нотка с этих оков. Ну и что? Ну все. Так, есть, значит, ДПС. Посмотри на состав тех же самых Этерналов и ГГВП. Посмотри просто, типа, знаешь, этот, ну, скорость убийства там есть в этом, в ладдере. И посмотри, на каких мы там местах. Мы там прям вообще не блещем. Ты про Бульвар? Что? Ну, ты про 25 кульду, в смысле? Ну, я про все вообще контенты посмотри. Даже в десятках мы не в топе. Хотя у нас сильная десятка. Там же тоже непонятно, как они считаются. Там же не прохождение горожана. Там нет, там это... убийство каждого босса считается. Ну да, да, да. Так это, ты где? Ну, в смысле, суманите. Ну, пока бежим. Ну, я бегу, по крайней мере. Потому что я тоже бегу, но я бегу по кругу, что я считаю важнее, чем ваше бежание куда-то там. Почти прибежал уже. Да, я вижу, меня потом фейк обгоняет. Ты как-то неправильно добирался. А я ренегат. Ну, я тоже. А ты как добирался? Шатров долетел и все, и тут это побежал. С каких шатров? Шатра-то я долетел до этого, до портала, и с портала побежал. А, не, я через этот, через портал в пиратскую бухту и побежал. Ты просто выбежал раньше, видимо. Потому что, ну, с портала, типа, ну, с шатра-то тебе до портала, который этот темный портал в выжженных землях, тебе дальше лететь, по идее. Только ты тут, смотри, бежишь на 100%. Там на 310 летишь. А расстояние у тебя там больше. Мне вот не нравится, что мне, например, циферки на этих, на кнопочках не показываются. Что мне с аддонами? А мне не нравится, что, блядь, его не убили нахуй ретриков. Ну ёбаный пиздец, тут, блядь, народу еще и дерутся все. И Даулат будет, или тебя уже убили? Да, что? Блядь, мне тоже похоже. Это, и это наш танк, умер первый. А я на хенте. А чё ты на хенте? А, потом, ну, у нас хента нету. А завтра у нас будет тогда два хента. Нет, и зубы, да. Они сломали. Они, может, в PvP и починили их, но по факту в PvE они нахуй сломаны. Все сеты писались именно под этот баг, как вы его называете. Я думаю, ну это без сумона мы. Не, Изука, сломаны. Сеты писались, типа, под эту работу таланта, балансили ДПС, и после этого они меняют работу таланта. И как это назвать, если они сломали? Блядь, даже Т4 у ретрика подвязаны с этим талантом. Раньше, кстати, ее Т4 сильнее у ретрика бил. Дайся, блядь, раньше ретрики работали, сейчас они не работают. Я буду ныть еще об этом супер долго. У меня такой привор, блядь, пропадает, понимаете? Что, куда мне, хэпала одевать или протика? Хэпала буду одевать. Или протика. На канал бы Изукова добежал бы. На самом деле, что на протика, что на хэпала не нужен привор. Буду одевать ретрика просто для красоты, типа, и буду вас душить тем, что я, блядь, полезный. ДПСа не дают, но полезный. Вот, лучше не резайся. Да не, я сейчас, ну, надо резнуться просто, там, блядь, заскочить. Нужно просить, чтобы ретрика в пятую пати к хилам бросали, чтобы, ну, не так было обидно. Да, именно. Ой, какой смысл им находиться в пати с ДД, блядь? Даже танки больше их дамажат. Огненный АКВП 11 тысяч, понятно. Я ворвался. Так,
Да ну хэпал, смотри, есть хэпал Корнеас, Бьорн еще будет хэпалом заниматься своим. Говорит, хочу собрать себе Валанир. Ну и в целом, в принципе, нормальная идея, чтобы был этот хэпал какой-то с гильдии, который тут со вторым Валаниром. Ну не суть, типа, пускай вот у нас уже как минимум два хэпала. Поэтому, ну, я подозреваю, что Бьорн во второй рейд будет ходить хэпалом, первый магом. А я буду в первый ходить локом, а во второй... Вот, ну, протопалом, наверное. Интересно, перчатки сегодня будут падать или не будут? Вообще, кстати... Да Бьорн нормально играет на хэпале. Да, слушай, это типа, ну, это просто чуть-чуть опыта, и, ну, Бьорн в случае ЦЛК своим голым хэпалом прохиливал, там, 3 хила вроде. На X2. Так что, типа, в принципе, он играет нормально на хэпале. То, что, типа, у него не все отточено, это да. И только сейчас я видел, что они фильяр добавили в карту. Давно было. Очень давно. Да, это смещенная кривая чуть-чуть. Там еще этот есть. Это вот этот остров. Мы видели, как этот? Остров Форбс. Мы видели с Невером в подземелье. Ой, слушай, я на локе дамажу точно так. У меня касты там по 1.3, 1.9. Долбаю по кнопке. У меня, кстати, двойка уже почти полностью сломалась. Сейчас ставим, ждем изука. Здесь пару минут. Это все мероприятие. Можно повыкать точно. Если кому-то нужно отойти. Так, а вы не суммонили изуку? Там куча орды, которые сидят. А ты там? Не, да, сейчас выйдет, в инвизе проверит. Дайси, назначаю тебя главным этим вардом в нашей команде. Подождите, а кто у нас танк? Войт на протопале? Ну, прикол-то, смотри, у кого-то осталось ГП. У кого-то нет. Ну, у кого было больше 1000, у тех осталось. А. А где Валк столько тогда ГП полутал? У него осталось 143 еще. Ну, 1200 у него было. Одевался просто, из УПЗ-ок. Так он же и Элема, и этого Янха одевал. Сначала Элем одел, потом Энфа начал. Да, ну, если мы в четверг маги игру пойдем, там вообще дискорд не нужен. Можно через чатик поэрэлить. И сейчас весь контент, в принципе, особо дискорд не нужен, вот это. Не, ну чё, ВК, я бы все-таки с дискордом лучше пошел. Тех же самых чемпов, хотя бы там, ну, людей нормально назначить на контроле.
Да, их, ну, типа, их действительно может быть сложно. Те же самые чемпы, ой, чемпы, этот, валькирии, они могут апнуть ДПС так. Ну, ласт легкий в обычке. Ну, и ВК, и Зука сам по себе не супер сложный. В ВК сложные плащики. Вот плащики это прям супер напряг. Угу. А так типа ИВК, ну, возможно, вначале не будет хватать ДПС на этого, на Ануба. Либо убить. Так а чё, там, ну, первый босс в ИВК, он особо не отличается от ИК. Будет там все на ИВК хватать ДПС раз, там уже все должны а быть. А откуда ты знаешь, как они апнут? То есть ты так говоришь, ну, при чем здесь как люди апнутся? Тому, что они здесь будут рисовать боссов с нуля сами. То есть фишка в том, что они могут запилить боссов таких же, как они пилили на X3 или на X2, а на X3 и на X2 были брюли и усилки. У нас этого нету. Все. Типа, я не думаю, что они будут апать сильно. Не апать, они выведут такими же, как в этом. Вспомни на X3 Грул Хэм. Сколько его там убивали? Хер знает сколько, я пришел, его уже убивали. Нет, там очень долго. Его типа около месяца вайпались. Да, не помню. Ну, по-моему, 3 месяца говорили. Но я сам не играл, поэтому все со слухов было. Нет, там закрыли их почти сразу же, бабки не проблема, но там типа вся гильда в брюлях была. Мы а на, потом, типа, мы на X2 помимо брюля. Этого, и помимо этого никто его не убивал очень долго, пока его не понерфили. Ну там совет типа... был непроходимый. То есть, ну, вот на X2 я помню, мы прям сразу же, как только у нас появился доступ к магии в Груле, прям сразу же в этот же день же закрыли их обоих. Но подождите, совет же, ну, он сломан. То есть там механика не должна. Там же в механике как? Лока уешет, зависит от того, сколько у него собак осталось. То есть если свитчится в собак Лока, то можно переживать его каст. В теории механика такая должна быть. А на Сирусе это работает, что вы или забрустили Лока, или в ГГ. Все только через бруст играли, да? Да, я же за это и говорю. То есть я сам ни разу не пробовал по нормальной тактике убивать, заливая собаки, пробуя там под сакрами пережить этот. Ну то есть если дать сакру на темную плюс масс-сакру, то это 50% срез этот урона. А плюс еще можно дать варовскую масс-сакру и паловскую масс-сакру, что будет прям... Ну, круто. Супер много срезов. Ну там типа АОЕшка такая одна. Жертвоприношение называется. Я же говорю, я не знаю, я по тактике его ни разу не убивал. То есть в плане того, чтобы, ну, не за один, не за одно открытие. Я не помню, как мы его первый раз убивали. Я помню, мы первый раз сдохли. Потом уже со второго пула убили, и Груля вроде со второго или третьего пула убили. Так, пацаны, я выпил фласку и намазался маслом. Ставьте мне вкусную рыбу. Ой, ты зря туда вышел. Куда? Там Войт решил это, на улицу сходить. Кого быстрее, у меня фласки тикают. У меня здесь нету денег, Изука. Да нет, сова низкое название. Там только с паладина могу снимать деньги с банка. Только с предпоследнего звания. Ты же на своем локе тоже не можешь с банка снимать, а сова и лок одинакового звания у нас. R400 снять, давай сниму.
Так, пацаны, а откуда у меня... А, все, это прохнул тандер. Блин, кстати, на сову такой кайфовый кондёр. А на лока такая мусорка будет, 4Т4. Потому что лок 4Т4 ломает ротацию лишнюю. Ну да. Да, из ука демон, конечно. Не-не, я тестить. Чё, какой демон? Демон это скиллуху надо. А я за ДПСом пришёл на лоб. Ну слушай, идеально, так это работает, типа... Посмотри, в дамажащих классах 4Т4 нет ни одного скиллованного класса. Аркан 2 кнопки, Рога 3 кнопки, Дестрик 3 кнопки, Вар 3 кнопки. Всё, а больше никто не дамажит 4Т4. А, Сурф может, но Сурва не знаю. На X3 дамажили сурвы, но, возможно, там из-за брюлей было. Ну, я не знаю, потому какая ротация у сурвов, это сложно. В брюлях дело. Ну, у тебя талант на 25% агилы. Если у тебя много агилы из брюлей, значит, ну, в брюлях дело. У нас ханты без брюлей на X3 дамажил, топ-1 был. Не, я дамажил. Знаю, вопрос они... О, блин. Слушай, ну десятку вышить это не проблема, вопрос с локами соревноваться. Не, не с локами, с локами типа особо не надо соревноваться. Они будут типа сильные, но не в топе. Будешь с этими соревноваться, с рогами и варами. Возможно с арканами, но если ровно. У нас таких нету ровных арканов, поэтому у нас и не будет. Кстати, знаешь, что я посчитал на сове? Мне нужно забиться в хосту. Не вижу. Ну, я тебе говорю, что математика умнее нас с тобой. Да, потом обоссанная сова в конце рейде будет тебе умнее. Нет, ну слушай, я тебе говорю, забиться в хосту в плане, ну, набить определенный кап. То есть, есть на сове кап хосты. Пока она эффективнее, чем СПД. Вот сейчас у меня хоста... эффективнее, чем СПД. Буквально на 20%. Блин. Ты понимаешь, что именно в высоком хайгире, где из дохера крита... Да при чем? Я говорю тебе, вот прям вот сейчас, на моем персонаже. Так я тебе объясняю, почему хосту забиваются. Потому что можно просто звездный огонь спамить, забив хуй на гнев. Есть прок, нету прока этого затмения. Ты можешь просто спамить огонь, когда у тебя дохуя хосты и крита. На гневе, у меня... Чтобы получить 1% урона, нужно 60 СПД или же 36 хосты. На звездном огне мне, чтобы получить 1% урона, нужно 60 СПД или 36 хосты. Хоста в два раза сейчас выгоднее. Но это под проком чего-то у меня, что прок. Ну не суть. Попробуй. Я ж тебе говорю, ну типа, здесь не я считаю, здесь прога считает, а нахуй ей ошибаться. Ну так что ты до сих пор не перебился в хосту? Потому что мне похуй на сову уже, я буду лоха делать. Сова будет так, ну типа по десяточкам походить. А локу, кстати, я потестил, ну посчитал. На моем гире там вообще этот... Да киса, блядь, вернется, ну типа через 8 месяцев. В смысле 8?
Ну вот так. Ну когда он там в мае ушел. Ну да, да. Ну перед летом там. Какой месяц перед летом? Ну какой-то там весенний. Осенний. На, весенний. Май. Вот в мае ушел, да. Ну или может типа в начале мая или как раз там в конце. Ага, вернется на Зарнике и скажет: Вовка, это игра для детей. Ну и что? Ну скажут и скажут. Играть он все равно будет. Если он вообще выживет. Или живой, ну вот. Ну он же писал уже в этом в Дискорде, что у него там первый какой-то увольнительный или что-то такое, что он попал в этот в телефон. Че еще тут приеду? Изуга, а когда? Может я не буду своего лока качать, просто твоего заберу. Давай сейчас. А просто если нет, тогда смысл не того, если у меня уже будет спор. Изука тоже в армейку идет, да? Не, кстати, заебись, Изука, полтора года это прям то, что нужно, потому что через полтора года как раз ЛКХМ выйдет, а там типа Локи уже перестанут быть в топе, мне нужно будет какой-то новый перс, кто-то подарит, вот Донт мне своего ханта подарит. С чего ты взял, что в топе будут ханты на ЛКХМ-тенте? Ну, в целом там на ханте будет нормально играть. Вары, ДК, паладины. Паладины не будут в топе. Они будут только АОЕшить, соло-цели никогда не будут в топе. А тем более после нерфа они даже АОЕшить не будут. Ну ладно, не паладины, маги. Файеры в 4-4 заявились будут давать. Да нет, ну типа вары будут... 4-4, файеры ты шо, блин, укурил? Ой, блядь, ну я спутал. С 4-10. Подождите, какая тактика, объяснить? Вон Изука там АФК. Подожди, Изука, а когда тебя забирают? А ты что, не поступил никуда? Тебя уже призвали? Ну, типа, в плане, ты был в военкомате? А, я, блядь, там с ним разговариваю, если он этот... АФК. Блять, я забыл ротацию за СУ, пацаны. 1-1-2? Не, или 1-2 не пропал? Блять, ну меня раздражает вот периодически, типа, что у меня вообще ничего не прокает. Хотя в последнее время все лучше и лучше прокает. Статул больше, конечно. Это за мощный рейд.
Тут из мощных только я на локе. Да? Ты на локе сейчас в горожане, что ли? Угу. Нормально вы погоните, блядь. А что тебе не нравится? Они мне еще Т4 занролят. А что там, Т4 никого не надо? На лока нет. Нормально, блядь, нормально. Ну да? Тебе чисто повезло, блядь. Вчера создал лока, сегодня в Т4 одену его. Нет, типа оно не выпадет, забей. Ну похуй, на следующем когда одену. Скиньте скриншот потом с Мовсизара, аккаунт. Нет. По-братски. А мы не гоняемся ни с кем за ДПС. Ну, кстати, Рос, слышишь, а это не ты мне 200 ГП дал? Типа, я пытаюсь понять, за что мне дали 200 ГП, это не Бёрн был. Нет, это не я. Вообще тебе никто не давал 200 ГП. Да, у меня почему-то было 700 ГП. А, так тебе 200 ГП раньше дали. Нет. Одеть нет, но надеть можно. Да не очень, там интеллект же. Ловкости мало из-за этого. Не-не, ну пофиг, можно. Ну только какой смысл, типа, а какие у тебя? О, дом ну, тоже тут. КЗ, типа. Айнан, тебе кольцо нужно? На мейн или так, воролил для красоты? Ну если для красоты, то отдай лучше мне. Если на мейн, то забирай. В другую сторону. Поэтому и нужно это в другую сторону поворачивать. Ну что, Шизука, у тебя этот в дестрике хлопка нету? Он здесь был бы очень полезен. У него хлопка нет, у него разъёб есть. Ну, хлопок ауешный, стан. Не стасовать мой. Это шефе называется. Да мне пох. Ну типа, ты им сбивай этот косты. Хлопок. Нет, ты его давай, типа, ну, когда нужно. Типа, не давай его в начале, потому что в начале все отдают гневы, а давай его на второй или на третий залп даже. Все, Рос, давай уже учить, как за лока играть. Вообще-то, я на локе так ебал на X2. Блин, Рос, извини, конечно, но на локе, блядь, ебать только инвалид, блядь, даже будет. Ну, я не спорю, но я перегонял в 271-м или 4-м гире, не помню, ну, каком-то таком. Типа локов 78 и выше. Ну, лок так самый простой класс во всех аспектах. Так, кто спорит? Что? Но типа, если ты перегоняешь остальных локов, значит ты сильный, очевидно. Что лок? Я не понял, что сказал. Нет, какой афлик, Изука? Я в афлике ничего не понимаю. Я на афлике не получилось сильно играть. Да потому что, блядь, нужно было релить, а релить в афлике, ну конечно, в школе расскажу потом. На X2 локи хуйня, сова топ. Угу. Нет, раньше не так было. Ну да, раньше был маг с меткой топ и БДК. Так не, ну слушай, он прав, типа локи, маги, роги, супер простые классы. Все супер простые классы, кроме Венфа. Да не, ну, не я только. Имею в виду ДДш. Типа Frost ДК в Т5 были супер сложные. Ретрики, коты. Кто там еще из таких душных прям? Инвокер. Ретрики я сказал уже, нет? Ретрики сложные в Т5. Ну, типа, там довольно такая непростая ротация, которую нужно очень четко держать. И очень грамотно давать эти кнопки, бурсты и прожимки. Ну, если вот этих вот ребят МК берет. Вот я тоже. Да слушай, Изука, ну типа джага давать, это типа ты будешь давать свои 20к,
и типа довольствоваться этим. Ну и там пауешишь просто одной кнопкой. А типа, чтобы давать топовый ДПС, тебе нужно очень хорошо все кнопки нажать. И перчаточку ежедневку отдать вовремя. Не, там перчатка вообще уже не роляла в том контенте. Там только крылья нужно грамотно сдавать под проки. И все. Ну, которые уже можно не сдавать. Ну и плюс не проебаться ни разу с ротацией. Опера разве никому не нужен? Надеюсь. Я сейчас гляну, подождите. А, ну может быть только это вару нашему. Но топорик. Босс уже выбил себе топорик славы. А, выбил уже? Да. Ой, тогда хорошо. Хоть даже бы на Морозова не шел. А что за Мороз есть? На Морозе тоже никакого такого нет. Сейчас, подождите, я гляну. Что, выносит жезл или нет? Да. У тебя идол есть, но такое. Ну все, мне ничего не нужно, короче, с этого. Ну я бы взял этот, тапочки с телепорта, но похуй. Тебе там все надо, успокой. Да он троллил тебя, Гудли. Он на сырье. О, господи ты, блин. Я уже думал, нихера вы, блядь, добрые, блядь, взяли того вагона с собой. Вообще-то у меня там 5,5 ДПС так-то. Ну это в 25-ке. Да? Да какой 25-ке? РБК, лол. Хуйня. Да кто спорит, что хуйня? Ну типа локу 2 дня. Одна профа. Только начал вторую качать. Профы супер долго качают. Ты учти, что эти два дня тебя там, ну, завагонили, быстро прокачали, сам бы ты в соло не смог так быстро все. Угу, в школе расскажешь. Как это на ДПСе отражается? Ой-ой-ой. Станы, дайте. Говорит, просто что локу два дня. Вот сейчас хлопок из ука. Да, ну ты видел вообще анимацию этого? Там чистый хлопок, просто такой хлоп. А просто все называют шефы. Блять, только ты. Шеф. Давай, уходи. В смысле только я, все пвпшеры говорят. А при чем тут, ну, блять, пвпшеры вообще? Мы что, похожи на пвпшеров? Мы с Донтом так и не начали аренить из-за этой его Москвы или куда там ездил, в Краснодар. Вообще все. Ой, у меня сейчас это, я 2 числа уезжаю в Москву на месяц. Тоже. Ну, в Москве ж этот, как его, ротация времени такая же, как и у нас. Есть такое, но с онлайном я не знаю, что мне там будет. Ну, вот этот, открытие контента я пропускаю, потому что у меня в это время поезд. Ну, блин, ничего. Будете это. Такой контент. Такой контент интересный и важный. Жалко, что Дон пропустит. Так тут будем. Ну, лайпаться. Значит, не буду приговора лутать. По приору просяду. Все равно когда-нибудь да полутаешь. Она тебе будет актуальна супер долго. Очень долго. В сурве вообще очень долго. Ну, как и, в принципе, все, кто ее полутает, они ее будут носить до целого КХМ.
Вообще-то даже и после целка ЦРБ выносит эти два приговора. Обычные герочки. Да нет, после целка ХМ там же этот... Как эта штука называется? Сплетение? Какое сплетение? В оках сплетение змеиное. Ну я не помню, блядь, сплетение такая змея. 5 стаков стакаешь на боссе, держишь, потом разряжаешь. А, кость, понял. Ничего не делается. Ну, когда-то была супер. Ну, разряжаешь в конце, да. Не, нахуй ну, это будет на сурва. Да вроде все ханты с ней бегали. Да нет, 100% сурвы 100%. Нет. Сурвы с ней бегали. 100%. Нет, сурвы не будут бегать с ней. Блять, я тебе говорю за то, что было раньше. Я не знаю, как они сейчас будут. Но типа раньше они 100% бегали слушай, с ней. Слушай, сурвы это контент Т4, блять. Не-не-не, слушай, в Т5 сурвы вообще были супер сильными. Только, ну там Т5. фишка себе. А промежуток рос между Т4 и Т5, Т10, ММы будут. Ну, по-моему, можно остаться с рвом в Т4, зачем тебе в Т10 свекаться? У ММа будет дальше профита больше на ХМ контенте ЦЛК. Ну за это не знаю. Это очевидно, господи. Короче, я не знаю, кстати, это механика сурвов или это механика была Т5, но там как-то работал этот, что чем больше сурвов в рейде, тем выше у них ДПС. Как-то они стакались. Это в Т5, Донт, или просто у сурвов такое есть? Нету вообще такого. У сурвов такого нет. Ну, значит, это в Т5. Нет, и в Т5 у них такого ничего нет. Нет, было. Типа, что они там вместе что-то стакали. Типа, чем... Т5 же черную стрелу бустит, и возможно они типа не делали, что это именно твоя черная стрела, а просто любая черная стрела на боссе. Ну короче, как-то там типа реально 5 этих сурвов в рейде, это прямо они разгонялись там за 30 плюс в 275-78 гире. А мы кого-то ждем? Давайте мы вот так вот, да, сделаем. Все готовы. Так, я со Старфолом или без? Это будет красивая победа. Со Старфолом. Просто бьем его и все. На пол 2 секунды. Поставь метку на ворота, я его вообще не вижу. Так, у меня, я не понял, какой-то прок должен быть, но что-то не прок. Вот этот. Вообще, кстати, по варам намного эффективнее вместо сальвы работает боб. Прям шик. А сальву можно по кастерам давать. Хотя у Корнеаса, у этого, ну, не суть, короче, у Корнеаса, возможно, есть макрос на снятие боб, а не шаренщики. Ну, в основном у среднестатистического вара такого нету. Добра. Эй, сука, нажми раскол. А, у тебя КД. Блин, в Керри, конечно, этот босс намного интереснее. Там прям супер кайфовый. Да за парней бегаешь, что там танцуешь. Так, ну слушай, круто, типа. И причем требует взаимодействия хорошего между всем рейдом. Ну что у тебя, вот манекен зашел, ловушку поставил, ДПС набил себе. Все. После инвиз ушел, ты все равно его продолжаешь бить.
Изука просто этот раскол неправильно дает. Вот. Да, да, конечно. Распылить, распылить. Там, кстати, этот правый пак можно не пулить. Можно по стеночке аккуратно. Смотри, короче. В чем фишка? Ты набивай максимум этот, максимум рейнджи набираешь, и у тебя 130% срыва. И дальше просто до 130 набираешь агро, босс на тебя срывается, жмешь раскол. Это типа максимально эффективный будет раскол. А так ты стоишь в мили-зоне, у тебя срыв как у милика, 100%. Ну, 110 точнее. Ну да, смотря какая ренжа, то есть там может 120-130 быть. Я на сурве бегаю, же мили атаку даю. У меня агро туда-сюда прыгает. Типа циферки-то одни и те же, а проценты разные. Ну да, для этого и нужен Оман. Как Гудли говорит, я хочу проценты на боссе установить, но это хуйня, типа оно не так работает. Я встать смотрю. Может, говорю, что это, что мы что... чем дальше стоишь от босса, тем больше у тебя процентов срыва агро. Говорю, чем дальше стоишь от босса, тем больше процент срыва агро. То есть, если стоишь на макс рендже. Услышал? Я писать просто не хочу, буду повторять, пока не услышишь. Ну вот, смотри, ты дал хлопок сразу после этого. Или это не твой хлопок был? Понял. По-моему, это его хлопок был. Такой фиолетовенький. Может, нет. Я его путаю. Подожди, я его путаю с Дайси. Дайси, а что на тебе такое фиолетовое ауешится вокруг тебя? А, это не твой вихрь. Не-не-не, это его вихрь. Посмотри, вот дай веер клинко. Видишь фиолетовый кружок? Да, кстати. Как хлопок выглядит. Ну, вот это остаточная но анимация. Нет. Или как там гудлики его называют? БШ. Мы на бабу идем или не идем? Не-не-не, мы сейчас идем, смотрите, я сразу. ШФ БШ. На погибель забежим. На погибель давайте забежим, там, по-моему, большие статы у нее. Подождите, кстати, нет, с бабы мне точно баба нужна, там у меня ботинки очень нужны с нее. Давайте бабу сразу убьем. Давайте будем просто нормально, без возврата выйти. Да, на оперу хорошо возвращаться, потому что тебе не придется вайпаться после нее тогда. Мне вот эти вот тапочки нужны, у меня меткости пиздец, недобор. Но нам опера вообще по факту не нужна. Опера мне нет. Я бы не отказался от этого, от огнестрела, но он мне не нужен на самом деле. Дон, ну, типа, поэтому там есть... не отказывай там себе есть... ни в чем. Там есть крит вместо вот этого арпа. А все остальные статы почти такие же. А все остальные статы им просто завидуют. А соки да. Тоже нет. Есть. Вот не стрельном. Точно такой же оранжевый. Только здесь, кстати, бонус на 4 меткости, а там на 8 ловкости. Ну, типа такая маленькая, типа буст мне даст, что я его даже не замечу. Уже 245-й шмон будет, там луки будут по пизе. Зачем тебе эта дрянь? Они без сокетов. Беда, бля. Ой, я сейчас умру. Умер. А у нас идеальный ФК. Угу. А Карнес умер. Сейчас вайп. Умер на ханте, сам виноват. Не, подожди, я похилю. Ну, там как только хилю.
Вы видели, 1800 хпс отдал машина. Зверь, не то что ваш Лангрис, он сладенький. Ой, корне СМК. Хер с него. Да пусть бегает. Где ты этот хпс видел, ты дрыщара, бля? У меня 1600, у тебя блин 600, нахуй. Пиздишь, да. То я себя с идеально слыпал, он тоже рует. Я, так сказать, приписываю заслуги его себе, потому что, ну, мы братья-друиды, понимаешь? У тебя нету брата ШПС здесь, чтобы тебе помочь. Весь друидовский ХП складывается вместе и считается каждому. Нормально, удобно. Так считай, ты и дамажишь 7000, еще и ХПС 7000 даешь. Да вообще, друиды, типа, топчик. За свои деньги. Сколько, кстати, вы платите нам денег? За что? Сказать, что мы вам платим. За то, что типа мы настолько сильные. И 7000 хпс, и 7000 дпс. Так кто вам еще так может? ЧП там дает свои 3000 дпс и 2000 хпс. Я полезный, не пиздец. Но Корнес не дамажит. Не, ну слушай, вары, так, они так не стак. То есть мы, это мы знаем, а ну, больше никто не знает. Поэтому не считается. Корнесу нужно больше стараться. Ну или создать себе ретрика. Чтобы хилить и не дамажить. Ничего не поменяется, короче. Просто полезно. Ретрик хипал, это же сильный сетап, правильно? На R2. Но они могут друг друга магию снимать. Ретрик всяко полезнее, чем вар. Нет. Да. Шатер вас может просто. Вар вообще ж ничего не может. Что там это? Ретрик диспелит. А, ну слушай, Мортал прикольный, тоже, кстати, да. Ну хант еще. Блин, ну короче, арена 2 на 2 скучная, нужна 3 на 3. Ну или хотя бы 5 на 5. Типа да, ну постоянно не хватает какого-то, какой-то кнопки. Вот типа Ретрик ММ прикольный сетап, мне супер нравится, но не хватает какой-то выживаемости. Хила, да, какого-нибудь? Адренеев сделайте. Хороша ему не хватает. Не, вам просто Адренеев нужно было сделать, взять травничество и пойти траву собирать, или что? Ты что, нахуй ренись? Вместо этого ПВП ебаного. Сейчас, пройду секунду. Вот с кива обойти. Понимаешь, сколько вот хила дает, это кровь земли? Да не, ну типа, блин, я на ретрике норм хилил, пока не сдох. А потом в топе не хилил. Не будешь хилиться, прожмешь эту расовую дренея в кровь земли, и все, и тебе надо просто дамажить, а с хил сам себе идет. Она не кастующая, точно? А, кстати, как расовые, они сбрасываются на арене? Там же супер долгое КД, нет? Ну, 2 минуты. Разве 2? Там 25% хилит. Такой маленький КД? Ну, думал, там как, по-моему... Как возложение минут 15. Нет. Аккуратнее там это. Я дал старфол, поэтому аккуратнее, пацан. Ты прикинь, знаете, как сделать без этого бессмертного лока ПВП? Берешь, делаешь лока Дренея и все, ебать, не убиваем и нахуй. У тебя столько вот хила, пизда просто. Так афлики на X2, там 2000 реса и 40 хп. Да как такую машину вообще убить в один на один? Так а ШП то же самое, блядь. Ты не поймаешь, это другое. Потом расскажешь. Я не хочу, да нет, изука. ПВП, блядь, ну это супер сложно. Типа, у меня не хватает скуки. На 2 в следующем сезоне. Мне как раз нужен какой-нибудь лох на локе. Чтобы было у вас два лоха в команде. Да, да, чтобы было два лоха, блин. Так не так уж обидно будет учиться в PvP играть. Наоборот, нет, ну, тиммейт нужен опытный. Так намного эффективнее учишься. Что такое? Почему у меня... А, все, все. Кондёр прокнул.
Звука, пошли со мной, Рин, я тебе так никогда в жизни не скажу. Пока не заебешь его. Так, Изука, ты вроде в армию собирался, какой тебе аренит? Типа, так подожди, ты поступил или нет? Ну он не собирается в армию, а его забрать собираются. Не, ну если он же сдавал ЗНО зачем-то. Сдавал ЗНО, значит поступил. Ну или поступает. Кстати, я не знаю, а если... Нет, наверное, поступил уже. Когда там зачисление в августе происходит. В смысле, в августе, в конце этого, второго месяца лета работы называется, июнь-июль, отлично. Нет, это прием документов, зачисление в августе. Там же две волны. Нет, ну типа, документы принимают, там, пускай в июле условно, а зачисляют тебя в августе уже. Ребаф, типа, фул. Всех. Обычно поставлю. Лапку дал, обычную рыбку не ем, потому что есть нормальная. Понятно, почему так плохо играю за ДД. Кстати, у нас есть маг? А, блядь, нет. Я понял. Угу. Сейчас давайте разбежимся по местам. Понял, кто это сделал? Кто посмотрит? Я хер знает, просто какую-то шляпу происходит. Ну, у тебя сейчас нету этого хосты меликовской. Это рейтер ДДшников, здесь вообще мелики не домашние стало. У тебя ни хосты, ни АП нету. Мелики хотя бы дамажат, а мы просто в покаянии стоим по 11 секунд. Я говорю, типа, за рейд, а не за босса. Типа здесь нету мелибаф. Кстати, можно, пожалуйста, тотемы в центр поставить, потому что, ну, какая-то сова до них не достает. Айнон, если что, осуждаю. Поставил для себя. Здесь должна быть мили хоста, потому что у меня ДКшечка с ней. И должен быть навер, у которого 10% меткости. А... Подожди. Ой, этого АПшки. Ну, сейчас нету ни ДКшки, ничего. Ну, сейчас ничего нету, да. Просто рейд из говна и палок, блядь, так сказать. Да нет, Изука, Вовка точно ни при чем. Типа, главное, не находи этого. Вовки, наоборот, тебя должны научить были считать. Здесь больше ничего не нужно делать, кроме как считать. А Сёма Гера не даем, кстати. Ну, не давайте, но я просто спрашиваю, почему. Ну давайте, куда мы на погибель сейчас оставим? Я не знаю, ты мне скажешь. Я все равно буду 30 минут. Ты РЛ. Сейчас давайте у нас это паралич пройдет следующий и даем Геру. Вот так нет, него. Подожди, на погибель норм оставить. Тем более, что там трэша нету с погибельно. Нам не нужна Гера, господи. Она сейчас так отвалит. Да, может. Она же типа минут. И так там типа на 25% будет. Вон. Ясно, дали Геру не под проки, осуждаю. А может у меня, блядь, не а, то у это? У меня под проки, у меня карта прокнула, и шея сейчас прокнула, и кольцо. Очень за вас рад. Чё, сейчас у вас все прокнуло, то вы не дамажите, один я дамажу. Ну и лок чуть-чуть.
Ну, бля, лок — это супер нечестный класс вообще. Ну, типа, я предлагаю его удалить с игры. Но он не должен столько дамажить, типа, без шмота. Да-да, ты его, походу, еще в ПВП не встречал. Ну, типа, в ПВП, по-моему, на локе скиллуха нужна нихуёвая. Скиллуха, блядь? Какая скиллуха, блядь? Да, ой, много. Слабок на хитротерон поднимание стрела в косы с пепелением, блядь. Всё, ты труп, нахуй. Вот да, слушай, по-моему, нихуя. По-моему, нужно много контролить нормально. Чем, блядь, контролить, когда там урона столько? Да, в смысле, у тебя два фера, у тебя этот есть, как его, селёдка вот эта вот. Шо, короче, ты в курсе, соблазнение, что блок получает от магии на 50% меньше урона, да? Нет. Ну, теперь хуже. Так как это... Что? Блядь, пацаны, не выпало этот. Ну, можно сюда больше не ходить, шея есть. О. Нет, нет, какой? Тапочки мне нужны. Да ладно вот, тебе. Где ты лока будешь ходить? Зачем тебе тапочки на собой? Бля, мне вообще на самом деле на этом КД сделать бы проходку локу. У меня вроде есть, чтоб посмотрел. Не, у меня яшма есть. Все говорят одновременно, но ну зефирит, умная мысль говорит только я. Есть. Ну, кстати, хорошо. Мы говорим одновременно, но не перебиваем друг друга. Это типа хорошая синергия. Да, да, сейчас кольцо замеру. Не убью. Короче, локи имба и не контрится вся. Ну нет, начальная гиря не супер сильная. Ну опять же, блядь, чтобы быть, ну, нормальным локом, нужно хотя бы две руки. Потому что, ну, тот же самый ОС, я 199-м локом там даю 5к, а лок там какой-то этот, там 213-й в 4Т7 дает 4500, 4800. Может, он ротацию не знает. Да не только, у него там таланты вообще. Играют, у него там таланты ебаные, он там, короче. Может, какой-то талант. Недокап меткости. Ты смотрел, сколько он там рисовал? Это мои проблемы, скажи, он 213. Почему у меня в 199-м докап меткости, а у него в 213-м типа недокап меткости? Я говорю, что нужно две руки хотя бы. Типа, он не сложный, но типа базовые эти он требует. Да нет, ты, Зука, поиграй за собой, поиграй. Да какой похуй на ДПС, и он чилит, типа, ты, если тебе похуй на ДПС, зачем ты берешь лока? В смысле, с чего ты взял, что просто лока и беру ради ДПС? Ты знаешь, что лок самый интересный класс вообще во всей вовке? Ага. В смысле, знаю. Оно есть все интересное. Угу. Интересное. Не, типа, из интересных, типа, намного интереснее, намного интереснее на ШПшке играть, жаль, он не домашний. Ой. Ты как маленькое дитё сейчас, возьмёшь стрелки на ШП, ну, типа, перевёл. Нет, я... Блин, ты не понял. Я говорю, что наоборот, на ШП интереснее намного играть, чем на локе, типа. По механике ну, они похожи, а типа, я какой смысл создавать лока? ПВП, а не ради ПВЕ. Какой смысл создавать лока, если этот... Посылай. Кстати, Зука, у тебя в заметке афлик стоит. Слышишь, Дайся, а когда ты мне на пул дашь? Тебе дать? Не, ладно, давай сначала на этого. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красиво. А у нас есть выбор? Блять, может ты прохнешь, сука, за лупа. Бля, она входу стоит близко и фернет нас, да? А можешь чуть потянуть ее дальше, или не стоит лучше? Да пусть стоит, она сейчас будет бегать, прыгать.
А, слушайте, снимайте этот. Снимайте с меня магию. И вообще со всех магии у нас миссы 30%, лол. Кто у нас? Корнеас может снимать? Корнеас, поснимай магию со всех. Фу, я думаю, что ДПСа нет. Почему сова жопу греет, лужа. Да, он просто накручивается, у него что-то есть. А не, я собирал рекаунт, сколько я миссовал. Но вместо того, что там на кого-то есть. Да я вышел. Нормальная сова, не жирная. Бля, и все равно в костре стоит, а? Зараза. Да не стою я в костре, просто. А стоишь ты в костре. Просто почему-то урон получаю. Ну посмотри, где я стою. Разве я в костре стою? Вот идеально стоит в костре, а я нет. Ну откуда тут урон лутаешь? Блять, нужно же хилам что-то делать. Стакнулись в ромбик, давайте. И сейчас к двери побежим. Пацаны побежали к двери, но не в ту сторону. Сейчас пройдемся. Массакру дайте или прожмитесь. Птичка прилетела. Айна, брат, поставь ТТМ в центр. А то мы стоим с другой стороны. Нормально все, главное, что до меня достоит. Как так-то? Я прожал спеца. Я забыл, что здесь нежить надо выслеживать, 5% ТПС теряю. Пока дамажит только Изука, походу на него ни разу магия не бросалась. Это. Я без ловушки не дамажу, которую под босса надо ложить. Вот, кстати, сейчас застаю к луже ближе. А, и все равно лутаю урон, ладно. Хотел сказать, стою к луже ближе и не лутаю урон, но лутаю. Кстати, Донт, у тебя пэт стох. Передай ему привет. Да, я знаю. Его задуло под боссом еще давно. Нет, нет, он сдох вот в луже, смотри. Да это я его только что призвал. Давайте в ТТМ все. Мертвым типа там, призвал, или как? Да, мертвым призывается. И к дверям побежали. А как так? В смысле мертвым призывается? Как это работает? Ну если он мертвый, ты его пытаешься призвать, ничего не изменится. А резно появится. Типа сколько? 10 секунд хаст? Угу. А ну как у Лока Пэта. Ну такой из тебя хозяин, дом. Да вообще. Да это они, блин, это их не должны умирать от того ешки. Да ну вообще, слушай, нет, ну нормально. Ты подумай, типа. Собака против дракона, ну шансов явно маловато. Как по нему попадет дракон? Собака шутит, давай идеальный анекдот, нам нужен.
Эрдру шел по лесу, видит машину, говорит. Блин, ты очень долго пишешь, я прям сейчас начну пробивать уже эту концовку. Давай, пока я сдерживаюсь. Никто так медленно не умеет читать. Да не, я прочитал, просто он такой, понял, типа НП. Ну, я про это и говорю, да. Так, сейчас в тотем исходим. Есть анекдоты про паладинов? Блин, на форуме было, но там все плохие. Ну, типа, прям скучные. Нет, ладно. С чем вы в разные стороны бегаете? Мы побежали туда, куда надо. Все в одну. Не, ну типа сначала типа в одну, потом в другую, потом опять в первую. Так сильно хотели дать Еру на погибель, что же забыли про нее. Сейчас будем. Кстати, да. Ну, сейчас на смотрителя уже оставим. Так до смотрителя еще это долго. Для чего, блядь? Сдавай, блядь. Давай Еру, Ань. Он только Донта слушается. Ну, получается, не только. Спровоцировал. На самом деле, смотри, там же ты только на приливе даешь Геру, поэтому плевать. Ну да, там, вот, мы успеем. Наверное. А если нет, то все равно убьем. Нет, Донт не писал в плен. Донт вообще плохо чатом пользуется, он постоянно путает чаты. Почему здесь нас фиряет? Типа мы стоим на достаточно раньше, чтобы фирял. Недостаточно. Блин, на достаточно говорю. Там мы стояли намного ближе, не теряло. Нет. Мы сейчас настолько далеко отошли, что до тотемов не достаем. Блин, надо ближе подойти. Ты тоже не... А, вот я достаю сейчас. У меня эти антиферки. Yes. Абузер. Метка закончилась, вторая уже. Ура! Не то тело упало. Тело. Крутой очень. Да ну не очень он крутой. Ну у него статов много. Тут щит прикольно падает на транс. О, только не хвостом полутали, а чё? Чё, подожди, подмогу спать. А у меня уже была. Собственно, я спулил дракона, видите. Пожирная, блядь. Блин, идеально быстрее меня снимает проклятие. Я пока только мышку наводил.
Ой, дайте офис. Все пулем. О, я могу в Кате все спулить, а потом вы умрете. Я вот идет. Я дам БР, я дам БР. Или не дам. Ой, блин. Ты же идеально, у меня почему-то в тебя БР не дается. А, потому что это Корнеас лежит. А где идеальный? Стойте, я дам идеального БР, он даст Корнеас. А, ну все, уже не дам. Он внизу в самом. Но его при сумоне лучше. Точно при сумоне? У вас ни одного хила там нету. Тогда, возможно, нет. Я похилю. Все, тогда успеем. Встаем, бежим. О, слушайте, а вы знали, что под котом, типа, пишется мана, которая у тебя есть в сове? Прикольно, я не знал. Yes. Если ты на паладине умер, на варе не надо выкашить. Так он же бежит паладином. Я про это и говорю. Нет, нелогично. Он не АФКшит, когда, ну, типа, смотри, как он хилит на паладине. Берет таргет какого-то милика или РДТшника, типа, нажмет макрос на каст этих холи лайтов. Вот, и в это время дамажит варом. А когда он бегает паладином, то он варом, типа, соответственно, стоит АФК. Так это работает? Ну, звучит очень логично. Я прям считаю себя детективом. У нас это... Наши ДД все рекомани. Хилев. Хиля. Зато хилы фуловые. Ну, ты добежал из хилов. Да, один уже рядом. И я прям бегу. Быстрее. Мама не то. Фласки, кстати, закончились, перепейте. Да. Все, пацаны, огневая мощь пришла.